Это голый мужик свернулся. Отвратительно. Аномалий нету. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами будем играть в новую игру от Chillus Art, которая называется Shinkansen Zero, Shinkansen 0. Речь идет о станции Shinkansen, на которую мы с вами поедем на вот этом поезде. А может быть, Shinkansen — это поезд. Мы узнаем это с вами сейчас. Точно будет жутковато, потому что это игра от Chillus Art, мы знаем с вами уже. Что такое игра от Chillus Art, мы много их поиграли с вами. Итак, в данной области нет аномалии. Теперь я понимаю, что кажется, эта игра сделана на волне популярности игр, где тебе нужно искать аномалии. Мы с вами играли уже в игру не так давно, пару месяцев. Пока. Первая аномалия только что случилась с моим ртом. Мы играли с вами недавно в игру, которая называлась Exit 8. Вот здесь или вот тут можете посмотреть. Она очень вам зашла, и мне тем более. Итак, что это у нас такое? Ничего. Ох, как реалистично выглядит все. Здесь у нас есть что? Закрыто. Потому что тут нужно, чтобы был ребенок обязательно. У меня нет ребенка с собой. Плакат. Сразу обращаю внимание на страшный плакат. Хорошо, тут парень с девушкой боятся. Красный. Ну, я не знаю, насколько нужно детально, правда, запоминать плакатики эти. Ладно, пойдемте вперед. Смотрите, 7 написано. Аномалию. А, поверните назад, если увидели аномалию. Эта игра целиком и полностью повторяет концепт. Ой, боже мой. Подлагиваю немножко. Целиком и полностью повторяет концепт Exit 8. Обязательно посмотрите то видео. Обещаю, будет классно. Итак, я не знаю, что здесь есть аномалия. Бизнесмен с кейсом. Мне кажется, то, как я подошел к нему, это я аномалия для него. И тем более, что я такой низкий. Я ребенок. Потому что я стою, он сидит. И то, видите, мы с ним одного роста сейчас. Странно это все. Котик. Вот эта штука. Следует до станции Токио. Поезд. Шинкансен. А, все-таки это поезд. Шинкансен 0. Следует до станции Токио. Откуда мы, интересно, едем? Окей. Блин, здесь будет гораздо сложнее, мне кажется, потому что аномалии могут быть где... Где? Где могут быть аномалии? Скажите мне, пожалуйста. Везде. Абсолютно везде. Итак, всего один человек. Но погодите, на каком ряду он сидит? Мы здесь повозимся с вами изрядно, потому что пока еще я только учусь. Раз, два, три, четыре, пять. Пятый ряд. Или шестнадцатый ряд. У него есть кейс. Вот он весь такой, опять без носок. 7. Нам нужно дойти до нуля, получается. 0 — это, наверное, нулевой вагон. Больше здесь нету ничего, чтобы привлекало мое внимание. Обычные ряды и обычные сиденья. Все... О! Мальчик с мамой. Погодите, тут мужик все-таки гигант. Посмотрите, какие эти маленькие. Мальчик на меня смотрит. Мать его, что-то ей нехорошо. Но тот мужик, он огромен. Это, кстати, может быть аномалия. Давайте-ка попробуем на всякий случай пойти назад. Просто гигантский мужик. Я боюсь этого. Боюсь гигантских дядей. Идем сюда. 7. Хм. А, нет, это нормально, что мужик гигантский. Ладно, мы это выяснили теперь. Идем дальше смотреть новые аномалии. Все ряды одинаковые. Нету сидений стрёмных. Пока я не вижу. Пока все отлично. Отлично. Фу! Привет. Что-то не так? Мы что, опять встретились? Так, значит, ты тоже играешь в эту игру, братик? О, интересный поворот. Ну, наконец-то. Мне здесь так скучно. Еще и сестра все не просыпается. Это сестра его. Это оба дети. Мне показалось, что сестра беременная. Сколько бы я ни ждал. Она все спит и спит. Но я очень рад, что теперь мы будем играть вместе. У меня будет напарник в этой игре. Мальчик, ищи аномалии. Ты их не нашел, и поэтому проблема у тебя. Ты не можешь выйти из этой петли.
ты вообще знаешь правила? Я играл в Exit 8, я знаю. Да. Дразнишься? Ладно, я расскажу тебе правила, потому что ты все равно их не знаешь. Ты дерзкий мальчик. Я надеюсь, ты останешься здесь навсегда. Никто таких не любит. Все на самом деле просто. Видишь? Если это какие-то... Если это просто... Если это просто, почему ты до сих пор здесь, а? Не выпендривайся, мальчик маленький. Видишь какие-то аномалии в вагоне? Поворачивай назад. Проще простого, да? Насчет того, как закончить игру. Нужно дойти до вагона под номером 0 и нажать на тормоз в кабине машиниста. И да, в тамбурах между вагонами обычно нет никаких аномалий. Обычно. Все понял? Да. Отлично. Тогда увидимся в конце. В смысле? Так ты уже прошел? А что ты тут сидишь? Понятно, здесь аномалий еще нету пока что. Еще рано. Он говорит, что вот здесь обычно аномалий нету. Но так ли это на самом деле? Почему эта дверь не открывается? Странно, да? Хорошо, здесь плакат точно такой же. Поперли. Игра начинается. Все как обычно. Справа два кресла, слева три. О, кстати, мы видим себя. Мы в рубашке, у нас есть галстук. Мы считай, как этот чувак, успешный, современный бизнесмен. И поэтому мы проходим мимо. Это вагон обычного эконом-класса. Нет, мы идем туда, где... Где мальчик? Сестра? Нет, она не беременна. Мне просто показалось, что она беременна. И слава богу. Ничего здесь такого особенного не было. И здесь... Ага. Блин. Давайте все-таки звонить. Давайте проверять. Я не уверен. Я не уверен, что здесь не будет аномалий. Потому что не зря же мы можем открыть дверь унитаза. Туалета, в смысле. Унитаз мы трогать не можем. Может быть, эта дверь открывается, когда аномалия? Нет. Кстати говоря, здесь занято. Здесь занято. Ладно, идем дальше. 6. Мы прошли! Мы прошли! То бишь, все было правильно. Итак, мужик снова сидит на 16-м. Немножко плешивый. Да, ну ничего. Кейс, все как полагается. Плакаты те же самые. Игра же не хочет, чтобы я вот так вот шел. Раз, два, три, четыре. Это у меня башка начинает кружиться, мне неприятно. Сестра спит на 4-м. Они всегда были на 4-м? Будем надеяться, что да. 35. По-моему, здесь все как было. Плакат тот же самый. Бабка растягивается на плакате. Значит, ничего не поменялось. 5! Окей. Сейчас, мне кажется, станет сложнее. Погодите. Погодите. В прошлый раз не было видно туннеля. Это аномалия? Были черные, по-моему, да? Или мне кажется? Мне почему-то кажется, что я не видел стен, мелькающих мимо. Но, может быть, я ошибаюсь. Чемодан еще сверху! Девушка спит, вроде бы все нормально. 35 цифра на плакате, и здесь... Ага, нормально. В данной области нет аномалий. А! Они просто хотят, чтобы мы не тратили время. Ладно. Поверю. Нет! Я был прав. Я был прав. Оказывается, стены туннеля... Это аномалия. Запоминайте, друзья. Я ради вас только совершаю ошибки, чтобы вы знали, как проходить эту игру.
Ладно, просрал, но ничего не поделать. На полках верхних ничего нету. Мне кажется, проще вот так вот идти. И там мы точно будем видеть все сиденья. Она сидит на четвертом. У нее... Эй, там... Погодите. Это голый мужик свернулся. Или это мальчик? Это голый мужик с телом мальчика? С головой мальчика? Подожди, стоп, он не голый. Это просто мальчик. Или это... Просто, мужик, я не помню, как выглядел ее брат, если честно. Так, я уже подозреваю, что здесь, скорее всего, будет очень веселая аномалия. Ладно, идем в ту сторону. Ха-ха-ха, 6, отлично. Отлично. Кажется, тут все нормально. По-моему, мужик стал... Эй! Нет, это аномально. Сразу я вижу, что это аномально. Он обычно дрыхнет. А сейчас он как будто медитировал. От? Пятерочка, отлично. Сразу обратно идем. Мне кажется, я сейчас очень легко пройду эту игру. Котик в порядке. Ну, кстати, вот они сделали хорошо. Я мог бы пропустить это. Давай, я надеюсь, что Чилосарт не подведут и сделают очень много забавных аномалий. Идем вот так. Вроде все нормально. Здесь чемодан. Девушка спит. 35. И медсестра на плакате. Все, все супер хорошо. Здесь нет аномалий. Идем сюда. Есть троечка. Сразу смотрим. Сразу смотрим. Тут ничего юзать нельзя, получается. Идем. Стоп. О! О, это прикольно. Видите, лица. Там лица. Все, назад. Назад, 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 назад. Это путь к победе. Это путь к победе, двоечка. Отлично. Котик нормальный. Здесь тоже все как обычно. А тут все как обычно. 16 место. Он спит. А! Блин, реально прикольно. Я, правда, очень легко их нахожу. Возможно, я уже натренировал свой глаз еще после игры Exit 8 и после Observation Duty. Кстати, да, Observation Duty тоже посмотрите. Я вот там оставлю ссылку на видос. Вам понравится. На видосы их там много, на самом деле, у меня. Один. Один, мы почти что-то сделали. Котик. Тут все нормально. Ой, я чувствую, что могу лохануться. Это цифра один. Нам-то осталось всего ничего. Ой. Аномалия изнутри меня идет. Чуть не вырвалась. Дядя сидит. 16-й ряд. Все как обычно. Но здесь должно быть что-то необычное. Или же вы хотите сказать, что это абсолютно нормальный вагон? 35... Девушка, медсестра. Тогда идем вперед. Что-то там свет выключился. Не знаю, почему так. Ноль! О боже. О боже, мы так близки. Дядя. Мистер бизнесмен. Чемодан у него как надо, все хорошо. Там тоже чемодан. Побежали вот так вот, задом, 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 задом. Ой, сейчас просру. Боюсь, что просру. Слушайте, но как бы намекают, что надо идти вперед. Походу, аномалий здесь нету. Докори. 20. Что значит? Что значит 20? Что-то новенькое. Что-то изменилось. Идем. Опа. Никакого номера нету. Но мы продолжаем смотреть.
станции Токио. Поезд Шинкансен 0. Да. Да. Там еще мальчик должен мне повстречаться будет. Значит, кейс. Окей. Дядя, окей. 16 ряд. Черт! Вот это было неожиданно. Поезд остановился. Это мальчик сделал. Он нажал на тормоза, хотя он сказал, чтобы я это сделал. Четверт. Что происходит? Произошла авария. Благодарим вас за использование поездов Синкансен. В данный момент мы были вынуждены остановиться из-за непредвиденного происшествия на путях. Что? Здесь все-таки есть какой-то сюжет у игры. К сожалению, мы не можем точно сказать, когда движение возобновится. Так как поезд остановлен, мы не смогли вызвать скорую и рассматривали самый худший сценарий. А, он теперь по-английски это повторяет. Excuse me. Что? Что происходит? У меня даже достижение какое-то разблокировалось. Clear blue car. Теперь все иначе? В данной области нет аномалий. Что происходит? Оу! Мальчик! Я думал, что игра перезапустилась. Мальчик, это что происходит? Расскажи, пожалуйста. Братик, ты потрясающий! У тебя получилось. Что случилось? Почему ты так оглядываешься? Ты подумал, что кабина машиниста уже здесь? Очень смешно. Ты же знаешь, что у Синкансена есть зеленые вагоны. Братик, ты же это знал, правда? Ну приехали. И где тогда, по-твоему, кабина машиниста? В общем, она сразу за зелеными вагонами. Разве я говорил, что кабина сразу после вагона под номером 0? Когда я говорил про нулевой вагон, конечно же, я имел в виду нулевой вагон зеленой зоны. Ты маленький ублюдок. Но, может, не стоило объяснять получше? Может быть. Может быть, я уже праздновал победу. Кстати, правила немного изменились. Не запутаешься? Теперь, если ты видишь аномалии, то просто иди вперед. Если все в норме, поворачивай назад. Но будь осторожен, если ошибешься 3 раза, то за тобой явится призрак. Я болею за тебя, братик. Эй, братик. Эй, мистер. Как думаешь, почему мы застряли здесь? Ай, неважно. Да ты сам призрак. Ты упал, видимо, на железную дорогу. Тебя поезд наш сбил из этого авария. Мы попали все в лимбо. И теперь ты измываешь над всеми нами. Вот, я все объяснил. Давай уже закончим эту игру. Увидимся. Зеленые вагоны. Скройся с глаз долой. Оу. Поверните назад, если здесь нет аномалий. Сначала бы понять... Но это реально уже другие вагоны. Так, ладно. Во-первых, это реально бизнес-класс. Я дошел до своей... До своего... Погодите, сейчас пропустите женщину. Я дошел до своего класса. Обычно всегда я только бизнес. Только бизнес, больше ничего. Погодите, нам нужно посмотреть. Стой! Мы должны осмотреть, все ли нормально у тебя здесь. Обычные продукты. Иди. Я тебе даже дверь открою. Иди. Иди. Ладно, она останется здесь, я понял. Потом на 16-м ряду сидит женщина, смотрит на обычный рабочий стол. Угу. Просто рабочий синий экран. Здесь темно. Ой. Мне кажется, это аномалия и все. Раз так, то я должен идти вперед. Ну точно должен идти вперед. Не зря они начали
с первого зеленого вагона, и он аномальный. Так, дядь, вы что делаете? На четвертом ряду теперь вместо той сестры старенький мужик тянется за своим чемоданом. Это аномалия или нет, непонятно. Но мы должны идти вперед. Оу, здрасте. Уа! Ты человек? Как грубо, конечно же. Кто знает? Тебе не одурачить меня! Ты носишь костюм! Странно! Ты вроде не похож на остальных. Могу сказать с уверенностью. Итак, молодой человек, как ты давно уже здесь плутаешь? Не совсем понимаю. Тебе встречался кто-то в поезде? Я видел мальчишку в худи. Я видел девушку в обычной одежде. Я видел мальчишку в худи. Неплохо. С высоты моих превосходных наблюдательных способностей. И 84 года жизненного опыта. Я могу сказать, что большинство из тех, кто находится в поезде, вовсе не являются настоящими людьми. Они не реагируют, когда ты пытаешься завести с ними разговор. Будто бы они все какие-то роботы. Вот я могу определить человека, когда увижу его. И мой вывод таков. Никогда не доверяй человеку в костюме. Да, и еще одно. Что-то я устал. Не возражаешь, если я немного... Но перед этим я... Мужик уснул. Стоп. Нам намекают, что он здесь всю свою жизнь. Он застрял здесь на всю жизнь. То есть у нас есть я. Мальчик маленький. Дед старый. Я средних лет, судя по всему. Это все я. Все они — это я. Это не просто петля одного и того же вагона. Это еще и петля времени. Мы будем встречать самих себя. И мы сами себе помогаем. Я поэтому сказал, что я знаю правила игры, потому что я еще мальчиком, будучи мальчиком, узнал эти правила. И я до сих пор... О, я просек. И я до сих пор не могу выйти отсюда. Охренеть. Просто охренеть. Девушка. Здрасте. Нам надо пытаться с ними завести разговор или нет? Черт. Стоп. Что же здесь есть аномалия? Во-первых, я бы сказал, что вот это аномалия. Две головы. Блин. Трудно понять. Мне трудно понять, что есть аномалия здесь. Погодите, седьмой в ту сторону. Идем. Шестой. Отлично. Вроде получилось. Вроде все в порядке. А в тот раз не получилось, да? Получается. Получается, что вот эта женщина, она такая всегда. Это просто надо принять, как нечто нормальное. Хорошо. В таком случае мы идем. И я делаю вывод, что здесь нету аномалий. И это нам не нравится. Это нас не устраивает. Мы идем обратно. Если я прав, то дальше будет цифра 5. Простите. Цифра 5. Старик исчез. Черт! А что было аномального здесь-то, я не понимаю. Трудно мне понять, что здесь она. С ней нельзя поговорить даже. Стоп. 10, 9, что? 1. А, нет, все нормально. Я думал, может быть, циферки врут здесь, а нет, циферки не врут. A, B, C, D, все правильно здесь. Дядя со мной говорить не хочет. Я не увидел аномалий, но, возможно, они тут есть. И давайте попробуем пройти вперед. Будет ли сейчас цифра 6? 6!
А, секундочку. Секундочку. Та женщина с глазом, видимо, аномальна, потому что сейчас ее просто нету. Наверное, наверное. Стоп, покажите, что у вас здесь. Обычные продукты. А почему-то... Стоп. А! Пол поднимается! Пол поднимается! Я сейчас увязну в... Я сейчас увязну в полу. И мужика нету. А! Это что, я сдох? Это я сдох? Какую теперь мне сторону идти? А, черт. Ты аномальная. Поэтому побежали вперед. Ну-ка. О, здоров, это снова ты. Так, нам уже придется с ней поболтать. Как... Давайте попробуем, как грубо. Тебе не дурачить меня? Ты носишь костюм? Странно, ты вроде не похож на остальных. Могу сказать с уверенностью. Итак, молодой человек, ты... А, окей, вот сейчас то же самое, не совсем понимаю. Неплохо, с высоты моих превосходных и наблюдательных способностей. Окей, 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 он говорит все то же самое. Хорошо, спасибо, 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 спать, спать. Загипнотизировал его. Идем. Седьмой. Ну что ж. Темная женщина здесь сидит. А это что такое? Это что такое? Это все очень странно. Там с ней кто-то есть? Нету. Пол не двигается. Я сначала подумал, что, может быть, криво сделали поезд, модельку поезда, и пол качается. А оказалось, это реальная аномалия, которая меня убивает. Погодите. А, ну здесь нет аномалии, нас убеждает в этом. Смотрите, опять. О, видите? Видите? Побежали. Ну кто курит в салоне? Ну кто это делает? Или это холод? Возможно, это холод. Побежали дальше. Отлично. Пять. Very good. Че у нас тут? Че по аномалиям? Но она аномальная. Давайте вперед. Четыре. О, нет! Эта женщина не аномалия. Но она садится. В основном она всегда садится, но иногда... Она как бы поднимается. А еще иногда она как бы просто уже сидит. У этой что-то тут светится, такого не было. Я не припомню, что такое было. Стоп, или такое могло быть? А может быть, такое и было уже. Слушайте, по-моему, здесь нет аномалий. Давайте попробуем пойти назад. Еще надо обратить внимание на следующее. Красный чокер у нее... Все, идем назад. Сто пудов там не было аномалии, значит, нужно идти правильно. Посмотрите, сейчас она по-другому сделала. Она немножко по-другому. Она не села, она как бы приподнялась. И это можно считать аномальным, наверное. Ну а теперь нельзя назад. Жутковато это было. Ладно, нам нельзя назад. Мы не можем здесь пройти назад, кстати говоря. То бишь, здесь мы можем только вперед идти. А в этом поезде вообще никого нету, в этом вагоне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это призрак идет за мной! Нет, нет, побежали. Тут. А, он явился, и я подох? 22?
Хорошо, садится. Когда она садится, это считаем нормой, правильно? Или нет? Кейс... Слушай, назад. Нужно назад бежать, мне кажется. Оп! Вот, аномалия. Хорошо, это просто. О, там что-то видно. Да, это... Мы... Мы что, летим? Прикольно сделали. Мы в облаках. О, здоров. Ладно. Я не знаю, стоит ли с ними говорить. Пошел в жопу. Шестое. Окей. Что-то меня это смущает. Это явно аномалия. Идем вперед. Ой, у нее глаза неприятные. Пятый. Прекрасно, превосходно. Иногда голос что-то объявляет. Тин-тин, пин-пин. Я не знаю, что это значит. Но мне кажется, он... Сначала мне, точнее, показалось, что он как бы говорит, что вы прошли дальше. А сейчас он ничего не сказал, хоть мы и прошли дальше. Как твои глазюки? В порядке. Все в порядке. Твои же. Красный чокер. Он тоже выглядит довольно-таки обычным. Аномалий нету, значит... Что-то показалось. Аномалий нету, значит, идем... Есть! В чем тут будет подвох? Вот! Вот это! Ой, погодите, вот это странное. Это странно, этого не было. Там были светлые приятные булочки. Если аномалия есть, то мы идем вперед, да. Пожалуйста! О, да, отлично, сразу идем вперед. Это все аномалия, но красиво, очень красиво выглядит. Кто это? Мальчик? Эй, братик. Думаешь, у нас получится выбраться живыми? Лучше подумай о своей сестре. Лучше подумай о своей сестре. Эй, братик, думаешь, у нас получится? Хотелось бы верить. Ну-ка. Он мне ничего не говорит, чтобы я не сказал, он просто многозначительно молчит. Ладно, пойдемте дальше. Офигеть. Тут уже дерево успело вырасти. Четвертый ряд очень примечательный, потому что здесь сидел мальчик. Здесь всегда есть какой-нибудь человек. Цифра 20. Почему то 20, то 22? Двойка. Окей. Двадцать и 22. О чем нам пытаются сказать? Ой. Мисс. Да, все нормально, все нормально. Быстренько. И здесь хорошо. Вот, это аномалия. Этого не было. Идем вперед. Один. Она высунулась. Она высунулась, она всегда обычно садится. Если она высунулась, это аномалия. Будем так считать. А если аномалия, мы идем вперед, да? Да. Хорошо, все продукты хороши. Но ты делала что-то другое. Ох, рискнем. Ну, пожалуйста. Нет! Нет! Запорол мне всю катку, прикиньте. Здесь аномалий, кажется, нету. Да, я был прав. Ничего подозрительного пока что. Хорошие булочки. Мистер... Я, кстати... О-о-о! Проходить! Гигант с дверью! Аккуратнее, гигант с дверью! Охренительная штука. Очень нестандартно. Так, у него, в общем, был коричневый кейс. Чемодан. Да. Саквояж. Так его назовем. Пять. На первый взгляд, все кажется абсолютно с естественным. В первую очередь, естественным. Никак не выделяющимся. Но так ли это? Слушайте, нам нужно назад. По-моему, здесь все хорошо. А почему ты светишься? Это так правильно? Только одна лампочка светится из всех. Я не помню, я не замечал. Возможно. Ладно. Идем обратно.
Мы сейчас узнаем. Мы сейчас узнаем, правда это аномалия или нет. Четверка, это была аномалия, походу. Нам теперь только нужно пойти к той лампочке и посмотреть, горит она или нет. И... О, боже мой, ясно. Это вагон со стрёмными глазами, погодите. Там была аномалия. А, нет, там не было аномалии, поэтому я пошел назад. То есть эта лампочка не является аномалией, на нее нужно вообще не смотреть. Сейчас аномалии точно есть, идем вперед. Итого мы перемещаемся в вагон номер 3. Very good. Оу. Он приближается, он приближается. Он приближается. Что? Что? Пожалуйста, откройте, я боюсь. Это явно была аномалия. Давайте пойдем вперед. Теперь должен быть второй. Да. Very good. Шинкансен. Короче, обращай внимание... Чтоб тебя... Чтоб тебя. Аномальный рот. Обращаем внимание на табло. Хорошо. А, девушка просто стоит на месте. Это аномалия. Мало того, что она баганула, походу, так у нее еще и булочки красные. Это аномалия, мы идем вперед. Сейчас будет цифра 1. Цифра 1. И справа, и слева должно быть по 2 кресла, правильно? Это же бизнес-класс, да, все правильно. Класс ниоткуда не смотрит на меня какой-нибудь. Хорошо, хорошо, здесь все нормально, здесь все, да. Надо дойти до конца. У тебя глаза-то есть? Есть глаза. Блин. По-моему, это нормальный вагон. Значит, уходим. Давай. Я хочу победы. Я, блин, хочу по... А, и вот это снова произошло. Это... Вот что это за звук. Он попытки отмеряет. Я там не могу... Сколько он раз сказал, ошибиться можно 3 раза... И призрак сейчас явится ко мне. Да, все, я проиграл. Блин, тяжело. Я проиграл, я знаю. Ухожу, ухожу, ухожу. Никак не спастись от него. Черт меня дери. Усвоили. Голос означает, что ты проиграл. И каждый раз, когда ты проигрываешь, он такой... Па. Потом до. Хни. И ты подыхаешь. Кстати, на что же я тогда не обратил внимания? Почему я ошибся? О, что это там у тебя? А что это там у тебя? Я должен пойти посмотреть, что это такое. Это просто как груд. О, здоров, ты здесь? А, все то же самое, повторяется. Ну-ка, что у нас? 16. Новая цифра. 20, 22, 16. Погодите! Отвратительно! Очень страшно! Очень жутко выглядит! Я испытал дискомфорт внутри. Сильнейший. Это 5-й. Поезд Шинкансен, здесь все хорошо. Окей. Больше никого нету. Никого подозрительного. Лампочка напротив женщины все еще горит. О, погодите. Да, у вас, кажется, нету ничего подозрительного. Дядя. Надо запомнить чемодан. Он коричневый. В принципе, ничего больше примечательного нету. Сдается мне, нужно пойти обратно. Пожалуйста. Нет. Ну что там было? Тут есть что-то еще явно, что я не заметил. На что я и с самого начала не обратил внимания. Может быть, это в окне. Может быть, в ее облике.
У нее хвост, но не очень аккуратный. Это не хвост, в смысле, а как это называется? Дулька? Дулька, по-моему. Это дулька у нее, и она не очень аккуратная. Давайте запомним, попробуем обратить в следующий раз на это внимание. Девушка с ноутбуком ничем не отличается от обычной девушки с ноутбуком. Это обычная девушка со светящимся глазом. Соответственно, это обычный мужик, который тянется к своему чемодану, который абсолютно обычный. Тот же самый коричневый, как и был. Но! Что если мы пойдем вперед? Вот это что сейчас было? Вот это что сейчас было? Во-первых, я ошибся, а во-вторых, меня просто выкинуло за пределы карты, походу. Я не думаю, что это было умышленно, возможно, это бага. Позвольте полюбоваться вашей дулькой, она как обычно. Кстати говоря, может быть, еще даже сам я могу отличаться. Но вроде в отражении как обычно. Нет! Нужно на... Стоп. Нет, нужно назад идти. Правильно ведь? Это было правильно. Может быть, еще надо обращать внимание, все-таки я забыл про это, что надо смотреть. Ряд 16. Девушка всегда сидит на 16 ряду, а темная ведьма на 12. Вроде ничего нового здесь нету. Блин, тогда здесь нет аномалий. Надеюсь. Пронесло. 16. Девушка, ноутбук, синий экран. 12 ряд. Ой, блин! И меня просто убили? И меня просто убили. Хорошо. Запоминаем, что мы теперь не должны стоять на пути у девушки с тележкой. Хорошо. Это нормальный вагон. Это был нормальный вагон, отлично. Меня смущает, когда все нормально. Но я доверюсь этому чувству, что все нормально, значит, мы идем назад. Надеюсь, что это было правильным решением. Пожалуйста. Хорошо, спасибо. Спасибо себе. Надо сказать, что такой наблюдательный, такой молодец. Ваши булочки хорошо выглядят, все нормально. Стоп! Стоп! А где ведьма? Сейчас умру, сейчас умру. Пол поднимается же, боже мой. Давай, 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 давай. Успеть, успеть, успеть. Открой дверь. Есть. Ладно, иди в жопу, дед. Что? Что? Ага, я тебя понял. Она смотрит на меня. Это аномально. Третий. Тут мы встретим мальчика. Привет, мальчик. Да, да, да. Мне нечего тебе сказать. Мне нечего абсолютно тебе сказать. Извини, я пошел дальше. Двоечка. Ну, совсем немного осталось. Ну, пожалуйста. Поезд. Шинкансен. Да. 16 ряд. Ты будешь на меня смотреть? Игнор. Потому что я не... Он закрыл свет! Он закрыл свет! Погодите, и этот не светится. Вообще странно все это. Уходим. Черт, надо осматривать внимательно каждое сиденье. Потому что кто его знает? Один. О, зеленый. Идти. Красный. Простите, я чуть-чуть слегка... Идем! Это было... Это было ровно так же страшно, как и комично. Ноль. Помним, что эта женщина встала вместо того, чтобы садиться. Она должна садиться. Ты чё? Ты в порядке? Да, у нее даже на рабочем столе ничего не меняется. Булочки? Дулька? Кто-то сейчас выпрыгнет на меня или как? Я думаю, нужно идти вперед. Нужно просто пойти вперед, пожалуйста. Да. Да-да-да-да-да, все.
Мы сейчас пойдем в кабину. Главное это пройти теперь. 16-й... 16-й, там будет сидеть девушка. Девушка... никак не выделяется. Погодите, глаза. Нет, глаза хорошие. О боже. О боже. Я не знаю. Стоп! Я забыл! Вот она! Она встала или села? Что она сделала? Что же она сделала? Я не помню. Ладно, доверюсь чуйке. Доверюсь чуйке и пойду назад. Просто пойду назад. Ой, нельзя. Чуйка меня подвела. Видать, нет вариантов больше. Идем сюда. Мы дошли. Мы дошли, блин. Но это еще не все, ведь правда? Так, у нас было 20, 22 и 16. А. Я просто, мне кажется, что однажды спросят за те цифры, которые нам говорили по телефону. Мы можем выйти. Можем пойти туда. Это что, концовки разные здесь? Концовка 1. Вот она, значит, как... Выйти, сойти с поезда — это первая концовка. А как же достичь остальных концов? Нам нужно было пойти в ту сторону. Хорошо, давайте попробуем пропустить титры сейчас и посмотрим, что нас ждет там. А, ну-ка продолжим. Обычно вагоны, остановка поезда. Давайте попробуем остановку вагона, может быть сейчас... Да, мы сразу же можем посмотреть следующую концовку. Спасибо. Это очень приятно, что мне не придется сейчас просто так перепроходить. Нам нужно найти мальчика, правда? Смотрите, и занято, и свободно одновременно. Здесь просто кровать. Тут мальчик спал. Ну, побежали до самого конца, посмотрим, к чему это все. Папа, смотрите. Сестра. Наруходо. Вот значит как. То есть, поезд никогда не останавливался и застрял во временной петле, да? Но у тебя получилось ее остановить. Его остановить. А сейчас ведь эта петля остановилась? Что-то не так. Ничего не могу вспомнить. Я даже не помню, как села на этот поезд. Я видел мальчика в черном худи. Я встречал твоего брата. Стоп. Как же сказать? Ладно, давайте. Я встречал твоего брата. Моего брата? Ах, ты имеешь в виду Наоки? Наоки. Я помню, что была с ним, прежде чем потерять память. А он не говорил, почему мы здесь или что-нибудь еще? Давай найдем твоего брата и спросим у него лично. Спасибо большое. Ты не встречал Наоки по пути сюда? К сожалению, зеленых вагонов никого не было. Когда я вернулся, твоего брата не уже было. Его не уже было, зато я повстречал пожилого мужчину. Давайте вот это ответим. Поняла. Тогда давай попробуем забрать с собой всех пассажиров. Тогда он должен быть в каком-то из обычных вагонов. Хорошо. Давай выбираться отсюда. Но... подожди минутку. Если так подумать, то в эту ловушку может угодить и кто-то другой, да? Было бы ужасно допустить такое. Может, нам стоит сделать что-то с этим поездом? Поезд — временная петля. Похоже на какое-то аниме. А, вспомнила! Я где-то видела, как два человека очень быстро бежали в противоположных направлениях и так смогли разрушить петлю. Что думаешь? Погоди. И поезд больше не движется бесконечно. И все произошло после того, как ты нажал на тормоз? А, я знаю! Как насчет того, чтобы запустить его вместе? Сразу с обоих концов. Я пойду к обычным вагонам, а ты к зеленым.
Нет, я пойду к обычному вагону. Я не знаю, что выбрать. Договорились? Давай сделаем это. Но поторопись, пока поезд снова не начал движение. Хорошо, побежали, а ты? Давай сделаем что-то с этим поездом. Так. Я бы хотел пойти в другую сторону. Слушайте, давайте попробуем с этих потех. Хорошо, куда бы ты хотел? Я пойду к обычным вагонам. А? Судя по всему, мой брат как раз где-то в одном из обычных вагонов. Получается, я должна доверить тебе своего брата? В конце концов, тебе удалось остановить поезд. Ладно. Хорошо, я доверюсь тебе. Давай сделаем это. Мне так легко отнеслось ко всему этому. Но поторопись, пока поезд не начал... Ладно, побежали. Я просто не знаю, этот выбор не зря и мне его дают и навязывают, как будто бы. Я должен где-то искать мальчика или что? Так, ну здесь я даже не могу ничего открыть. Четвертый. Блин! Черт! Да я бегу! Я бегу! А! Вот это дико стрёмно! А! Мама! 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 Вы чё? Блин! Ай! Нет, он бежит! А-а-а! Перестань! Пожалуйста, поезд! Он же сквозь кресло бежит, ему пофигу! А-а-а, надо было бежать обратно, к зеленым вагонам! Чёртовы эконом-класс! Поезд сужается! А-а-а! Нет! Нет, пожалуйста, дай нормально, чтобы все было. Опять сужается? Он опять сужается. Или что он делает? Он растягивается. Я становлюсь меньше. Ой, мама. Нажать! Поехали! Чилес-арт в своем репертуаре. Они взяли и сделали все немножечко по-другому. И, естественно, добавили погоню жуткую. Окей, мы видим, наконец-таки, мир. Я не знаю, кто это за мной гнался сейчас. Что за призрак? Что за демон ночи? Эй! Эй! Я мальчика так и не нашел. Мы прибываем на станцию. Тут кто-то есть? Мальчик! А ты как здесь оказался, мальчик? Братик, ты пришел, я так тебя ждал. Сестренка? Ты наконец проснулась. Наоки! Я так рада, что ты в порядке. Братик, теперь у меня все хорошо. Пойдешь вместе с нами? Нет, я лучше останусь. Что? Спасибо. Понятно. Наверное, тебе и правда лучше не идти. Как-то... Мне кажется, я поняла, что с нами произошло. Не волнуйся. С нами все будет в порядке. Более того, нам уже пора. Огромное тебе спасибо. И прощай. Что? Что? Почему я должен остаться? Почему? Хорошо, она поняла, что с нами произошло, но я не понял. Погодите. О! Как хорошо, что вы очнулись. Вы не помните? Вы упали на пол. Ты-то кто? К счастью, у нас на борту был врач. А, это врач, судя по всему. Это был легкий случай венозного тромбоэмболизма. Также известного как синдром эконом-класса. Боже мой, да. И у меня аллергия на эконом-класса. Я случайно зашел, она как пахнула. Я такой, а, нет. Это было ужасно. Спасибо, доктор, что откачали меня. Только не говорите, что мы все еще в эконом-классе, пожалуйста. Похоже, что в положении лежа с приподнятыми ногами вы смогли восстановить. Ай, блин, ай, камера, перестань, что ты в блёр все увела. Я могу, это лучший
лучший подкол. Как замечательно. Этот человек ваш спаситель. Иначе бы очень долго пришлось ждать помощи. Несколько минут назад на путях произошла авария. Поэтому мы и были вынуждены остановиться. Что там за чел? Подтверждаю. В аварии были задействованы молодая девушка и мальчик. Да-да-да. И что теперь? Ну, благо я лежу вот так вот. Ноги вверх закинул. Руки за голову, расслабился. Фух. Можно лежать. Концовка номер два. Грустная реальность. Ой, красиво. Красивая концовка. Короче, они оба, видимо, спрыгнули. Или попали случайно под колеса поезда. Но если ты потом тусишь после смерти вот в таком месте, в целом неплохо. Шинкансен 0. Ладно. Я не знаю. Давайте теперь попробуем побежать в другую сторону. Хорошо, договорились. Все, пока. Снова запускаем поезд. Ух, какой комфорт. Какое чувство принадлежности к элите. Нет. Это плохо. Это очень плохо. Это мы прошли до самого конца. Фух, это очень хорошо. Поехали. Так. Сестра, я нажал. Она не нажала. Наверное, она не добежала. Она могла просто не добежать. Хорошо. Что? О, нет. Теперь у нас только один выход. Сойти тут. Концовка один. Видать, игра закончилась полностью. Мы ее прошли, все концовки посмотрели. Я очень кайфанул от нее. И надеюсь, что вам тоже понравилось. Потому что если не понравилось, то это что-то аномальное. А когда аномальное, я иду назад. Я пошел. Вам не понравилось, поэтому я пошел. Меня не обманешь? И пять!